So now we are here, Pastor Sam. И мы здесь наконец-то собрались на долгожданный сердце. I think many of you doing meditation. Я думаю, что многие из вас медитируют, практикуют. Who are new, first time came to me? Скажите, пожалуйста, поднимите руку, кто впервые видит Самдарши. Meditation is the way how to make the life is perfect. Медитация — это способ сделать жизнь совершенной. Meditation can be everything. И медитацией может быть абсолютно все. Some meditation has techniques. Есть и специальные техники. Some has creativity much. Какие-то связанные с творчеством. Meditation means how can be present. Медитация — это о том, как быть здесь и сейчас. We are not present. Мы не присутствующие. Not present means whenever you in mind, you not present. Что это значит? Это значит, что когда бы вы ни были в уме, вы не здесь и сейчас. Mind never. Ум никогда не в настоящем. Mind and present is opposite. Ум и настоящее мгновение, они противоположности. Are you in mind? Are you are present? Или вы в уме, или вы в настоящем. Mind never be. Ум никогда не присутствует. Mind living in past or future. Он живет либо в прошлом, либо в будущем. Moving from past to future, future to past. И двигается между ними туда-обратно. This is not, you say, mind is just here, present. Вы не можете сказать, что вот ум — это вот здесь и сейчас. When your mind is present, you are present, mind is finished. Когда вы попадаете в настоящее, с умом покончено, его нет больше. So mind never want to be present. И он никогда не хочет быть в настоящем. Because his existence is finished. Потому что его существование в этот момент заканчивается. Mind always thinking about past, what mistake you did. Он все время думает об ошибках прошлого, что он совершил. And thinking, making plan about future. Думает о будущем или о планах на будущее строит. So whatever happened in past, that is false, finish. Все, что бы ни случилось в прошлом, это закончилось. Это не настоящее больше. And what will be in future, you don't know. А что будет в будущем, вы не знаете. But we making plans. We do this, we get this, we get this. Но мы, конечно же, планируем что-то. Мы сделаем то, другое, третье. But life is not in your hand. Но жизнь в действительности не в наших руках. You make many plans, but happen whatever has to happen. Мы очень много планируем, либо очень много планируете, но то, чему суждено случиться, оно и случается. So when you coming in present, you coming to center. И когда вы приближаетесь к настоящему, вы попадаете в центр свой. And when you're in mind, you're in periphery. А когда вы в уме, вы на периферии. And if you're in periphery, you will be not relaxed, not enjoy. И когда вы на периферии, вы никак не расслаблены, вы не так наслаждаетесь. Periphery always shaking. Там все время что-то происходит, дрожит, вибрирует. Stress, tension. Worry, fear. Стресс, беспокойство, страхи.
And more negativity things come. И больше еще негативности приходит. Anger. Злость. Jealousy. Ревность. Greed. Жадность. So everybody going with the emotions and fear things. И вот все ходят по этому эмоциональному кругу эмоций и страхов. So question is coming, how we can go out of it? И возникает вопрос, как можно выйти из этого круга? How we can be relaxed? Как мы можем быть расслабленными? How we can be enjoy the life? Как мы можем больше наслаждаться нашей собственной жизнью? When you in fear, when you stress, not enjoy. Когда вы в страхе, в стрессе, это совсем неприятно, вы не наслаждаетесь. For enjoy the life, you need fearless, relaxed, rest, be present. Для того, чтобы больше наслаждаться жизнью, вам нужно быть бесстрашными, расслабленными и больше отдыхать. Meditation makes you how you can be present. И медитация как раз учит вас, как достичь состояния здесь и сейчас. Meditation means simply whatever, where I, how I can be present. Медитация в простоте своей позволяет быть здесь и сейчас. And as whenever you are present, you will enjoy. И когда бы вы и где бы вы не находились, joy coming in you. Тогда радость вас возникает. Love coming in you. Любовь начинает появляться. Silence coming in you. Тишина прибывает. You will be joyful. You will be loving. You will be relaxed. И вы наполняетесь любовью, радостью, расслаблением. When you have joy, love, and relax. You will enjoy the life. И когда у вас есть радость, любовь и расслабление, естественным образом вы наслаждаетесь жизнью. Then life is very good. И тогда жизнь прекрасна. No fear. Никаких страхов. No stress. Ни стресс. No tension. Ни напряжение. So we have to learn how we can be enjoy this moment to moment. И нам просто нужно научиться, как наслаждаться этим мгновением. Sometimes it is not. Sometimes you enjoy also. Это не то, чтобы никогда с вами не случалось. Иногда вы наслаждаетесь. These things you like, you enjoy. Особенно теми вещами, которые вам нравится делать. Sometimes you like singing. Иногда вам нравится петь. Walking. Или гулять. Somebody sports. Кому-то нравится заниматься спортом. Somebody cooking. А кому-то готовить. Everybody has different. Вот у каждого есть свои какие-то предпочтения. So I say, which things you like, you love, go with it. И я говорю, что вот те вещи, которые вы любите в жизни, идите с ними. But if suppose you like walking. Например, если вам нравится гулять. Then whole day you cannot walk. Ну, конечно, прогуливаться весь день вы не можете. You have to do many other things. У вас еще очень много дел, которые нужно сделать. So then, with everything, you have to be present. Но вот поэтому вам нужно научиться быть присутствующими в других вещах. So then you can enjoy everything. И тогда у вас получится наслаждаться всем абсолютно. But mostly everybody unaware, no enjoy. Но в основном никто не осознан и не наслаждается. Just if example you going. To street to walk. Ну, например, вот пошли вы прогуляться по улице. Morning you go to office. Утро в офис. Just you become ready. Ну, просто вот подготовились. And leave your home and go. И закрыли дом и пошли. So when you going start to office from home. Как только начали движение от порога дома к офису. Even you not in office yet. Вот даже еще не дошли туда. Takes maybe half hour. Может быть, через полчаса только прибудете. But as you left home, you already in office. Но как только вы закрыли дверь дома, вы уже оказались мысленно в офисе. Your body is here. Тело ваше здесь. But your mind in office. А ум уже в офисе. So when your body here and mind is somewhere, you will not enjoy. И вот когда ваше тело находится здесь, а ум где-то еще, у вас не получится наслаждаться. Maybe then you have to go by walk. Возможно, вы идете пешком на работу.
back to home to office and you cannot enjoy this walk. И вы не сможете получить удовольствие от этой прогулки. So meditation teach you how when you walk, just walk, when you eat, just eat, when you look, just look. А вот медитация может научить вас наслаждаться этой получасовой прогулкой. Когда вы гуляете, вы просто гуляете. Когда едите, вы просто едите. So then when what you doing, if you are totally there, you will enjoy everything. И что бы вы ни делали, если вы тотально с этим, тогда вас переполняет счастье. No matter thing is big or small. Неважно, вы делаете что-то большое или маленькое. Then you enjoy everything whole 24 hours. Тогда вы будете наслаждаться всем абсолютно 24 часа в сутки. And if you enjoy one day, then next day enjoy will be more and more and more. Если наслаждаетесь один день, то следующий будет еще прекраснее и так далее, по возрастающей. And if you enjoy life with joy, mind will be melt. И вот если вы живете свою жизнь радостно и счастливо, тогда ум будет таять потихоньку. Because when you enjoy, you enlighten. Потому что когда вы наслаждаетесь, вы в свете находитесь. Because when you enjoy in love, you come in heart. И когда вы в таком состоянии, вы приходите к сердцу, любовь. So as you coming in heart, heart is light. И как только приближаетесь к сердцу, оно является светом. But when you in mind, mind is darkness, unconscious. А если вы в уме, вы словно бы в темноте, бессознательно. One master happened many years before, even in Russia, is Guruji. И вот вы слышали, скорее всего, был мастер один много лет назад в России, Гурджиев. He said to man only when he say I look the man, man is not man, man only is big sleep. И он говорил, что когда я смотрю на человека, я не вижу человека, вижу только нечто сонное. Everybody спящее. Working in sleep. Все словно как бы спящие работоголики. Living life in sleep. Как будто бы живут, не просыпаясь. What means? Что это значит? Because he looking people are wake up. Он же смотрит на людей, они вроде вот двигаются, они не спят. В этот момент они двигаются, делают что-то. But his meaning, when you doing anything, when you look living life, but you are not here. Он имеет в виду, что когда вы живете жизнь, вы вроде бы ее живете, но вас здесь нет в ней. If I say just now, few minutes before we have closed eyes, sit silent. И вот если я скажу, вот что произошло буквально несколько минут назад, мы сидели с закрытыми глазами. Okay, your body is sitting here. Да, вот ваше тело здесь. But your mind is gone. Но ваш ум уже улетел. Somebody going in home, somebody going in office, somebody talking with somebody. Кто-то мыслями разговаривает с кем-то, кто-то домой вернулся, кто-то еще где-то. So this thing he said, it is unawareness. Вот он об этом говорил, вот это и есть бессознательное. So everybody almost living life unaware. И в основном все проживают жизнь неосознанно. And if you're living life unawarely, unconsciously, then no wonder. Has sadness, has depression, has tension. И тогда неудивительно, если вы живете не бессознательно, что ваша жизнь наполнена страданиями, грустью и напряжением. Just has to try where body go, their mind together. Просто попробуйте, вот куда бы ни шло тело, ни находилось, там бы оказался бы и ум. We have two energy inside. У нас есть две энергии внутри. Physical body energy and mind energy. Физического тела энергия и энергия ума. Female energy and male energy. Женская и мужская энергия. But this both energy is not meeting each other. Но эти две энергии никак не встречаются. Not communicate. Они как бы не взаимодействуют друг с другом. Not in harmony. Не в гармонии с друг с другом. Female go here, man go, male go there. Женская энергия в одну сторону течет, мужская в другую. Body is this side, mind is that side. Ну, вот тело в одну сторону, ум в другую.
So as your body and mind energy coming near to each other, as coming near, more joy comes. И вот чем ближе ваши эти две энергии подходят друг к другу, встречаются, тем больше радости вы начинаете ощущать. When both energy is very together, where body go, there mind. Where mind go, there body. И когда обе энергии наконец-то сливаются, и куда тело, туда и ум. This is meditation. Вот это и есть медитация. Where body and mind, male and female, both is same together. И когда ум и тело, женское и мужское, вместе. Then you are aware. Тогда вы осознаны. Then you will be conscious. Вы сознательны. And when you conscious, whatever you do, no matter, everything will be perfect. И тогда, что бы вы ни делали, все будет совершенством. Slowly, slowly, your every work, when you are doing work as consciously, you become divine, you become conscious. И потихонечку в каждом движении, в вашей работе, вы будете привносить осознанность и станете божественным. Be conscious, not very big thing. На самом деле это не так сложно. Only you have to be, try to be, live life aware. Вам просто достаточно попробовать начать жить осознанно. Alert. Внимательно. Conscious. Сознательно. В настоящем. Then consciousness is not far. Когда сознание не так далеко. Suddenly your body and mind is together, and third energy, which conscious energy is arising, start. Вдруг эти обе энергии вместе, и обе, и тогда третья энергия, сознание, начинает somebody like dance. Расти. Иногда вы любите танцевать, кто-то somebody like singing. Кто-то петь. Somebody like listening. А кто-то слушать. And many other things like. И много-много других интересов. So where you like, which things you like? Somebody like swimming? И что бы вы не любили, например, плавание. Somebody like just sitting. Или просто сидеть. So just what you like, it will be your meditation. И вот это и будет являться вашей медитацией, то, что вы любите. And then other things when you do which you don't like, be try to be aware, be present. И тогда вам проще будет попробовать вот в тех вещах, которые вам не нравится делать, привносить вот это качество внимательности и осознанности. As awareness coming in your life, you will like everything from morning to night, and then sleep will be also aware. И тогда, если вы привнесете осознанность в каждое мгновение вашей жизни, она превратится в просто прекрасную, чудесную вещь, и это же пойдет с вами в сон. Your life will be very beautiful. Very loving. И тогда жизнь очень будет радостной, любящей и счастливой. Be joy, it is in your hand. А вот быть счастливыми – это в ваших руках. No any god makes you sad. Никакая девушка вас не может расстроить. No any god making you bad, depressed, or wrong, or bad. Никто не сможет вас обидеть, как-то сделать вам с вами что-то неправильное. It is your, if you are aware, will be joyful, if you are not aware, will be sad. Это в ваших руках. Если вы осознаны, вы счастливы. Неосознаны, ну, как есть. If you not enjoy, you are sad feeling, you are not good feeling, yes, you have to be more aware, more meditate, more И если вас переполняют грустные мысли, вам не очень хорошо. Это значит, что пора добавить в свою жизнь больше осознанности. Then your life soon will be beautiful. И тогда ваша жизнь вскоре превратится в нечто прекрасное. This I say. Вот что я говорю. One master was 2500 years before was Buddha. 2500 лет назад был мастер Будда. Somebody asked him, say, what is truth? И кто-то спросил его, скажи, что есть истина? He said, according me, is four truth. И он сказал, то есть, согласно мне, вот есть четыре истины. It is universal truth. Они универсальны.
He not saying truth is God or truth is this or truth is that. Он не говорил ничего философского, что вот истина это что-то такое, что-то нечто. He says simply, I'm talking about you. Он просто вот говорил, я скажу о вас. So he said first truth is everybody is dukkha. И он говорил, что первая истина это все dukkha или страдания, да? Whole world in misery. Весь мир в страдании, в несчастье. Misery means you missing something. Это значит, что как бы вам чего-то не хватает. You want to get something, but you don't know what to get, where to get. Это значит, что вы чего-то хотите и не знаете, где это взять, где это найти, как. When you missing, it means you are not joyful. You are not relaxed. Если вам чего-то не хватает, значит вы не расслаблены и не наслаждаетесь. So in the whole world, everybody is missing something, looking, want something. Это ведь так. Весь мир, каждый в мире что-то ищет. So he said, everybody is dukkha. Whole samsara is dukkha. И вот он говорил о том, что все dukkha, вся сансара это dukkha. Dukkha means sadness. Духа это значит вот, груз печали. Because everybody is missing. Потому что каждому чего-то не хватает. And everybody is missing and searching something. И вот всем чего-то не хватает и все в поиске. Everybody want to get something. Каждый хочет чего-то найти. What they want. Так что же они хотят? So second thing he said, everybody want joy. И вторую истину он сказал, она заключается в том, что каждый ищет счастье. Everybody want to be sukha. Sukha means joy. Каждый хочет быть сукха, то есть счастливым. Everybody in whole world want joy. Каждый в мире желает быть счастливым. But they looking, maybe I get money, I will be joyful. Ну, каждый рассуждает так. Например, если я получу денег, я буду более счастлив. I have house, I have power, I have man, woman, I will be joyful. И вот если я получу там, куплю свой дом или стану очень человеком известным или классным, или семью хорошую, прям я тогда счастливее буду. Who don't have money, they thinking if I have money, I will be joyful. Ну, например, у кого нет денег, тот думает, если у меня деньги, тогда я буду счастлив. But if they go ask to millionaires. Но если они пойдут к миллионерам и спросят их, yes, too much money. А у них же очень много денег, да? But still he also like you said. Но они до сих пор так как вы, они точно так же в страданиях. He also not joy. Они тоже несчастливы. He also looking. Они тоже ищут чего-то. Who has a woman feels joyful, but who don't have, they feeling not joyful, and who has, they feeling also not joy. И по поводу подружки или девушки, у кого-то есть партнер, у кого-то нет партнер. Но и те, и другие чувствуют себя не очень счастливыми. So everybody who has also whatever they want, they go, but not get joy. И вот чтобы у вас не было, и вы хотели еще чего-то заполучить, получаете, и все равно несчастливы. After sometimes, when they want to get anything, they go, try to get, and after getting sometimes, Okay, no, I want something else. И через какое-то время вот этих проб и ошибок, когда люди устремляются к какой-то цели, которая думает, что сделает их счастливыми, а в результате получает, думает, да нет, как-то не очень счастлив. So he say, you searching, you looking in wrong direction. И Будда в ответ на это говорил, что вы просто ищете не в том направлении. You looking outside. Вы смотрите вовне. Maybe money, maybe power, maybe partner, maybe family, maybe this, many things in world. Много вещей в мире, да? Может быть, семью ищете, или власти, или подружку, или денег. He said, joy is not there. Но радость не там, он говорит. Joy in you. Радость внутри. You are full of joy. Вы переполнены радостью. Not little joy. Даже не капелька. As much as you go deeper, 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 joy will be more, more, more.
Чем больше вы погружаетесь внутрь себя, тем больше и больше вы находите счастье. And everywhere you're looking, but here you're not looking. Везде вы смотрите по сторонам и почему-то не обращаете внимания на себя, не идете вовнутрь. Your eyes whole day looking outside. Да, весь день ваши глаза направлены наружу. Ears listening outside. И уши слушают внешние звуки. But here not. А вовнутрь внимания не идет. Inner light you not look. На внутренний свет почему-то вы не обращаете внимания. Inner sound you not see. Look, и внутренние listening. Звуки не слушаете. We have inner sound also. У нас также есть и внутренние звуки. We have inner light also. И внутренний свет. But for this, your direction has to come back to yourself. Но для того, чтобы это услышать и понять, нужно развернуть внимание на себя, в сторону себя. So third thing he said, you can get joy, you do some techniques, meditation. И третье, что говорил Будда, если хочешь получить счастье, делай какую-то практику. So he said, I can give, master can give you techniques. И мастер может дать тебе ее. Maybe with this technique, maybe that technique, many techniques has, you can get the joy. И много есть практик и техник, и мастер может дать ту или другую. Somebody get with the dance, somebody get with vipassana, somebody get with listening, somebody has many different. И может быть через танец, или через випассану, или через другую практику вы получите внутреннее счастье. And this technique like a key. И вот эта техника станет ключом, как бы. Open your heart, open your lock. Вашим индивидуальным ключом, который откроет ваш замок. Heart is locked. Закрытое сердце. Need to open it. Оно должно быть открыто. And as you stop looking, sitting, watching your mind getting quiet, as your mind getting quiet, your energy going in out. И как только в медитации вы начинаете смотреть вовнутрь, не уделяя внимания уму, ум становится более тихим. А чем более он тихим становится, тем глубже и проще вы погружаетесь в свое сердце. For opening the heart, no, not to doing so much things. И для того, чтобы сердце раскрылось, не нужно делать каких-то особенных вещей. Only one thing you should do. Только одно. Which your energy whole day, all the time, going from eye, going from ears, going from mouth. Stop it. Просто прекратите вот это движение энергии через органы восприятия, уши, рот, глаза, движение вовне. As your energy going out, stop. Energy automatic going inside. Как только энергия прекратит это движение вовне, автоматически она начнет идти вовнутрь, наполняя вас. Energy want to go. Энергия, ее природа, она хочет. Want to do something. Она хочет что-то делать. Want to move somewhere. Двигаться. Just you stop to go out, automatic energy moving inside. И как только вы останавливаете это внешнее течение энергии, оно разворачивается вовнутрь. You no need to do, put energy inside. Just you have to do, stop the energy to go out. Вам даже не нужно взять как бы энергию и вовнутрь ее наполнится. Вам достаточно остановить утечку энергии, потерю энергии вовне. So he said, I giving, this is third truth, I giving you meditation, some techniques. И вот третья истина Будды в том, что он дает практику медитации. And every technique is 1 hour. И каждая техника продолжается 1 час. So 1 hour you do, minimum 1 hour every day do meditation. И вот минимум 1 час вы практикуете каждый день медитацию. Other time you do your things. А в другое время вы занимаетесь своими делами обычными. You have to do work, you have to do cleaning, home, many things you have to do. Что бы вам не нужно было делать, работать или просто по дому какая-то уборка. But 1 hour, 2 hours give every day time to yourself when you doing only you, no doing anything outside. Ну вот 1 час или пару часов в день вы уделяете тому, чтобы быть столько с собой и не делать больше ничего и ни с кем. So this 1 hour only for myself. Просто скажите, а вот этот 1 час только для меня. No work. Никакой работы. No partner. Никаких партнеров. No family. Никакой семьи. 23 hours I'm busy with them.
23 часа я с ними занят со всем этим. But 1 hour only for myself. Но 1 час вот только для меня. If you want to grow your consciousness. Это случай, если вы хотите взрастить свою осознанность. If you want to open your heart. Если хотите открыть, раскрыть свое сердце. If 1 hour you're doing and if you're getting joy, getting satisfaction, then automatically you will do more meditation. И вот за этот час практики вы начнете получать удовлетворение. И если это так, то вы захотите делать это снова и снова и больше. And then slowly, slowly, as you know how to do meditation, you will be very expert. И вот как только вы начнете учиться этой медитации, в какой-то момент вы даже станете экспертом. Then you can get everywhere. Тогда вы можете свою медитацию привнести во все абсолютно. Just sitting in metro. Просто будете в метро сидеть. Sitting in bus. Или в автобусе. Going to office. Или идете на работу. Half hour, 1 hour. 1 час, там полчаса. Just be with you, close eyes, automatically your energy coming back. Просто закрыли глаза и автоматически вся ваша энергия возвращается к вам. And when your energy come back, you are like a drunk. И тогда, когда вот это происходит, вы как бы становитесь пьяными. You will be drinking each time. Вы начинаете как бы впитывать, пить эту энергию. Just not doing anything, be there and drinking each time. Вот ничего не делая для этого, просто начинаете впитывать, пить. Many hours you have in whole day, you are free. Вообще много часов в день вы свободны. When you're not doing anything. Когда вы ничего не делаете. So when you expert, very perfect with meditation, you can enjoy everything. И когда вы уже достаточно опытной медитации, вы можете наслаждаться всем. Just being present. Будьте по-настоящему. Go inside. Идти вовнутрь. Drink. Пить. And full of love. И все, и наполняться, переполняться любовью. Full of joy. Радостью. Then fourth truth Buddha said. И четвертая истина, о которой говорил Будда. He said, you can be extremely joyful. Что вы можете быть экстремально переполнены наслаждением. Only the joy. Только раз. He said, like me. Как я говорю. He said, I'm joyful. Я переполнен радостью. I'm not missing anything. Мне всего достаточно. I don't want anything. Я ничего больше не хочу. Got joy with me. Потому что радость уже со мной. Existence with me. Существование со мной. As I with me, joy showing. И как только это случается, вот радость просто естество. And he said, this can be you also. И вы такими же можете быть. No big thing. Это не слишком сложно. Just if I get a bit, start to come this to my side. Вам просто нужно начать вот это движение в мою сторону. Come to master, listen him, follow him. Чуть ближе. One day you will be like. Быть к мастеру и слушать его, и тогда однажды вы станете этим. And then he said, you get whatever you want from the life. И он говорил о том, что тогда вы получите от этой жизни все, что вам необходимо. You're not missing anything. Вы ни о чем не будете больше мечтать и просить. You have whole everything. У вас будет абсолютно все. And whatever you do, и все, что бы вы ни делали, вы будете счастливы. So when you are alone, do meditation drunk, full of love. И когда вы одни находитесь, просто практикуете медитацию, насыщаетесь этой энергией, и... And now, when you be with people, you have something to share. You have love, just share. И когда с других людей встречаете, любовь, ее природа делится, делитесь и тоже наслаждаетесь. Before giving, before sharing, first you have to be full. Перед тем, как делиться, важно самим наполниться. So that when you do meditation, be with you, slowly, slowly your love is going to be bigger, bigger, higher, higher, higher. Вот так же, как практиковать, когда вы медитируете, ваша энергия потихонечку возрастает и становится все более высокой. You are full all around life.
И когда вы переполняетесь, любовь вас словно бы окружает. Now something you have, real thing you have to share with world. И вот только в этот момент у вас действительно есть чем поделиться с этим миром. If you don't have love and say I love you. И если у вас нет любви, вы говорите я люблю тебя. Everybody saying. Вот все обычные ситуации. Every wife say to husband I love you. Husband say I love you. И мужу говорит, или муж жене, я тебя люблю. I want to give love you. Я тебе хочу подарить свою любовь. Inside you have. А внутри ничего. If inside don't have, how you can give? А если внутри нет, как ты можешь, что ты можешь дать? First thing, you have to fill up. И первое, что нужно сделать, конечно же, наполниться хотя бы любовью. And be present makes you full up. А будучи в настоящем, вам очень легко переполниться радостью. So then, these things you like, be with it. И поэтому, вот, что бы вам не нравилось в этой жизни делать, будьте с этим. Many techniques have of meditations. И также много есть очень техник медитации. Shiva saying 108 techniques. И Шива говорил о 108 практиках. 108 type people in the world. 108 типов людей в мире. And 108 type techniques. И 108 техник медитации для них. Then you just try which techniques you like. Your heart will say yes, I like. И просто попробуйте, и одну из техник сердце узнает, ему понравится. Then this technique you do practice every day. И тогда эту практику медитируйте каждый день. And this technique open your heart. И тогда эта практика откроет ваше сердце. And as your heart is open, joy, bliss is shower. И чем шире раскрывается ваше сердце, тем больше радости на вас снисходит. And one day you will be blessed one. И однажды вы станете просто блаженным. Who want to be blessed? Кто хочет быть в блаженстве? Поднимите руку. Means just again like. А ну-ка еще разочек. Who don't want? А нет. Подождите. Who don't want to be blessed? Кто не хочет быть в блаженстве? Поднимите руку. Поднимите кто-нибудь. Everybody wants to bless it. Все хотят. Because this is our nature. Потому что это наша природа. Love is our nature. Любовь это наша природа. Joy is your nature. И радость тоже. And therefore we came here. Вот почему вы здесь все. In this planet. И на эту планету пришли. Be joyful. Be lovingful. Любящими. And share the love. И делиться любовью. Give love to everywhere. И везде вот распространять эту любовь как аромат. You will be full of love. What to do? You have to do. Когда вы переполняетесь любовью, что делать? This you know. Естественно, отдать. When you very good mood. Это вы знаете даже. Когда loving mood. Очень хорошее, любящее настроение. You smiling on the road. Вы идете и улыбаетесь просто так по дороге. Want to talk to somebody. Хотите заговорить с кем-то. Want to be with somebody. С кем-то побыть. Sharing. Поделиться. But your bad mood don't want to look anymore. А когда плохое настроение, кого вы хотите видеть? Even somebody comes, you say, oh, why he came? А ну иногда даже так, что кто-то придет и говорит, что ты пришел? Better, I don't want to see. Лучше я бы тебя не видел. Are you not good mood? Потому что вам сейчас не очень хорошо. When you full of love, automatic love. Love is sharing automatic. Когда вы в любящем настрое, это автоматически происходит. Вы делитесь, она течет любовь. Like a cloud. Ну, вот, например, облачко. When cloud is full of water, want to run, rain, want to shower. Облако переполняется влагой, оно естественным образом дождь, да? Want to blast. Оно взрывается дождем. And shower. И на всех его распространение. So our heart is like. И вот сердце такое же. When your heart is full of love, blasting.
Когда ваше сердце переполняется любовью, оно просто взрывается. You want that dharma shower will happen. Хотите вы, не хотите, вот это происходит. Sharing will happen. И вы делитесь. And this is right sharing. И вот это правильный способ делиться с другими. And as much as love you giving, as much as love coming. И чем больше вы отдаете этой любви, тем больше вам возвращается. Here love go, and there from love come. В эту сторону любовь уходит, а с этой еще больше приходит. And this love go, a new, fresh love come. Отсюда любовь идет, а еще больше новой любви, свежей любви приходит. And new and fresh always makes you alive and joyful. А свежесть и любовь, они всегда делают вас радостными. Whenever you meet new person, very good. Когда встречаете нового кого-то, да? See new things, very good. Когда видите что-то новое, тоже вам любопытно. Maybe you have some partner. Может, у вас вот партнер есть. Just you remember. Просто вспоминаете. When you see your partner first time. Когда вы увидели свою подружку или друга впервые? How beautiful, how gorgeous. Ой, какой прекрасный, или какая она прекрасная была. And after some time? А через какое-то время? Same man. Что случилось? Same тот же woman. Человек? Или та же девушка? Okay. No one to see. Да, вообще не хочу видеть. Even fight. Даже вот и ругаться так хочется. Even saying to each other, go away from my life. Либо сказать друг другу, вообще уходи из моей жизни. Before you say, I love you. До этого вы говорили, я люблю тебя. And then after you say, I hate you. А через какое-то время, я тебя ненавижу. Before you say, I want always with you. До этого вы говорили о том, что хотите все время, всю жизнь провести с этим человеком. And after you say, please go away from my life. Через какое-то время готовы гнать его в шею из собственной жизни. Often is like this. Ведь часто такое происходит. Very lucky person. Очень счастлив тот человек. Very lucky partner who always in love. Который все время в любви, в партнерстве. I don't think anybody is like this. И я не думаю, что кто-то из вас такой. Anybody in you who has partner and always good and love? А есть такие здесь, кто вот с партнерами у вас все время прямо отлично. Поднимите руки, посмотрите хоть. Вот. Okay, next time I will ask you. Нет, в следующий раз я тебя снова спрошу. Next time when we meet, we'll ask. Когда вот в следующий раз встретимся, спрошу еще раз. Sometimes happened it, people come. Иногда такое случается. First time they come. Люди приходят впервые. They say, I'm very good, very loving, very joyful. Ой, я вообще так счастлива, мне так здорово в жизни. And after a few days, months, they say, oh, what to do, I've never loved, no loving, no joy. Через несколько дней или через месяц говорю, Господи, что делать? Вообще ни капли радости. Несчастье. I know somebody, some in you already here. Я вот знаю таких, которые уже сейчас здесь присутствуют. First day I say, very good. А в первый день сказал, ой, так здорово. Even third day say, no good. Уже и даже на третий день говорит, да нет, так себе сегодня. The real originality coming. Потому что вот нутро наружу. But it is lucky. Но все счастливы. Good if you have love. У которых есть любовь. Enjoy it. Наслаждайтесь. If you keeping your love all the time. Если вы very lucky person. Вы храните, умеете хранить свою любовь все время. Это вы очень просто удачливы. So, but I say, if you many people who can't remain the love. И я говорю, что очень многие люди не могут остаться с любовью. So one thing you have to. Но одно вы можете сделать. Every day, come back to your space, come back in you. Просто каждый день возвращайтесь к себе, к собственной энергии. When you meditate, когда вы медитируете,
then you have little distance with others. У вас появляется некая дистанция со всеми другими. You're giving space to each other. Вы даете друг другу пространство, место. So when you have space, as much as your negativity, fighting, anger, attachment, it is finished. It is burnt in this space. И в этом пространстве сгорит вся ваша ревность, жадность, вот какие-то напряжения, ссоры. Они исчезнут. And this all your anger as going in space, burn and become now. Same energy become now. Та же энергия гнева, вот в этом пространстве, она сгорит и из нее возникнет энергия любви. Meditation is that chemistry. И вот медитация как раз и делает вот эту алхимию. Make all negativity in positive. Трансформирует всю вашу негативность в позитив. Meditation is the transformation. И медитация это и есть трансформация. Everybody has negativity. У каждого есть негатив. Just you have to transform it. Нам просто нужно трансформировать. Very good, you have anger. Это очень хорошо, что у вас есть гнев. No problem. Никаких проблем. You have too much anger. У вас даже если вы, ой, самый злой на свете. No problem. Никаких проблем. Just do meditation. Просто медитируй. Just go in you, in your space. Иди и возвращайся к своему пространству, к себе. As your space, you coming in space, all anger burn there. И чем больше возрастает твое пространство, тем больше сгорает этот гнев. And then this all energy become now. И трансформируясь, становится любовью. Can happen. Такое может произойти. One story I say. И вот даже одну историю расскажу. When Buddha was alive. Когда во времена Будды, когда он был жив, he is traveling this village to that village with his disciples. И он со своими учениками путешествовал от одной деревни к другой. And same time in that he went to one area where is one devil is living. И однажды он путешествовал в том районе, где был известен такой очень известный был разбойник. He is the killer. Он убийца. His name, he name, put his name Angulimal. И его звали Ангулимал. Anguli means finger. Ангули значит палец. And Mal means mala. Mal это значит мало. So he living in one mountain. И вот он жил на одном холме. And anybody come there. И кто бы его не проходил. Pass his area. Проходил через его территорию. He kill. Он убивал. He kill everybody. Каждого. And then he cut his finger. И отрубал ему палец. And he put his mala, put finger in mala. И делал вот малу из этих пальцев отрубленных. So he has condition, I will kill 1,000 people. И он себе дал обещание, что убьет 1,000 человек. So 999 people he killed. И вот уже 999 он убил. And one person he waiting. И вот последнего человечка ждал. And everybody knows. И все знали об этом. Some years happened, nobody going to this mountain. И все, вот слухи распространились, конечно, и никто туда даже носа не совал. Everybody knows Angulimal, he will kill up. Все знали, Ангулиман убьет, если вы там появитесь. Nobody go. Никто не ходил, ни одна душа. Then Buddha came in this village. И Будда пришел в эту деревню. Buddha heard Angulimal. И, конечно же, услышал об этом разбойнике. He waiting last 3-4 years, one man. И что он ждет с нетерпением уже последние 3-4 года последнего тысячного. He said, okay, I go. И тогда Будда решил, да, я пойду. Finish his condition. Вот, как сказать, удовлетворить его ожидания и обещания себе. He need only one man. И ему осталось одного человека убить. And he said to his all disciples, Buddha said, I go now to Angulimal. И он тогда сказал своим всем ученикам, что я иду к Ангулиману сейчас. Disciples say, oh, Angulimal, he will kill you.
все ученики, да как же ты пойдешь, они же, он же тебя убьет. Even his mother not going. Даже его мама к нему не подходит. He will kill his mother also. Он и маму тоже убьет. Said, okay. Ну, он сказал, да ничего страшного. I was died already many years before. Я уже много лет назад умер. My ego was died. I was finished. Мое эго давно мертво. If he killed this body, no matter, in his sphere, his condition will be fulfilled. И если он убьет это тело, ну что-то хорошее для него хотя бы произойдет, он исполнит свое обещание. Then you all people will be okay, no fear, then you can go to this area. И тогда вы, ваша деревня, не будет в страхе, да, вы все можете гулять и разгуливать, где захотите. Много хорошего. Everybody say, no, no, don't go, но все отговаривали, не ходи, пожалуйста. Said, no, I have to go. Но Будда сказал, нет, я должен пойти. And he is going to start. И он начал свой путь. Alone. Один. And then he reaching to mountain. И когда он вот подошел к этому холму, Angulimal was there. Angulimal, конечно же, был там. He looked one man is coming. И он видел, да, вот один человек приближается. With orange cloth. В какой-то оранжевой одежде. Look like sannyasi. И выглядит как сannyasi. And he shout. И он стал кричать ему. He shout, hey man. Он говорил, эй, человек, мужчина. You look like sannyasi. Ты выглядишь как sannyasi. And I'm Angulimal. А я Ангулимал. Never heard? Ты никогда обо мне не слышал? Nobody stopped you in town? И никто тебя не остановил? I will kill you. Я же убью тебя. But you are sannyasi. Но ты же sannyasi. If you want, go back. Если ты хочешь жить, жизнь себе сохранить, уходи. Maybe by mistake you came this side. Может быть, ты просто по ошибке здесь заблудился. Last 3-4 years nobody come here. Последние 3-4 года я не видел никого живого здесь. Будда, come. Но Будда продолжал свой путь. And come to near Buddha. И подошел к нему близко. Say, okay. If you want to finish, be ready. Ну, и Ангулимал сказал, хорошо, если ты хочешь умереть, тогда будь готов. And he took his sword. И вот он взял его саблю. Last 4 years sword is not used. И 3-4 года последних он не использовал этот меч. His sword will be junk. И он, конечно, вот так заржавел уже местами. So he put water and made him. И он стал чистить меч, накачивать. And Buddha just sit. А Будда просто ждал, сидел. Sitting in the rock. Ну, на камушек присел. And said, okay, Ангулимал, do. Ну, давай, готовься, Ангулимал. Kill me. Убивай меня. Ангулимал, looking this man looks very beautiful. И Ангулимал пока точил свой меч, не посмотрел. He never seen this man. Какой красивый человек, никогда не видел такого. He very graceful, his aura is very graceful. Его аура очень красивая, светится. So he doing slow. И он еще медленнее стал точить меч. Ангулимал, why you are so slow? И Будда стал спрашивать Ангулимала, от чего ты замедлился так? Do fast. Побыстрее, давай заканчивай. I want to finish. Я хочу уже, чтобы ты меня поскорее убил. Kill me. Убивай уже. Yes, yes, okay. Да-да, сейчас. He doing fast. Побыстрее начинал. But slowly, slowly he want as much as I can be with this man. И он вот пока все свое дело страшное делал, начал подумывать, а не вот как-то приятно находиться в обществе этого человека, и хотелось бы подольше с ним побыть. But finally he is ready. Ну, дело пошло к завершению, и он готов был убить его. He said, Buddha, okay. И сказал, I want to finish you. Ну хорошо, сейчас вот тебя убью. But before killing, if you have one last wish. Anything you want. Но перед тем, как это сделать, я вот спрошу тебя, есть ли у тебя последнее желание? Buddha said, 40 years before my all wishes finished. И Будда ответил, ты знаешь, 40 лет назад все мои желания исполнились и закончились. I don't have any wish. Никак, ни одного желания у меня нет. But you look very brave man. Но ты выглядишь очень смелым.
He was sitting under one tree, Buddha. Будда сидел под деревом. He said, "You can cut this branch." И вот сказал: "Хорошо, давай, можешь вот это дерево отрубить?" А он говорит: "Зачем я буду рубить это дерево? Там ничего в этом для меня нет." He just did one hand and branch is down. И все, в принципе, никакой сложности. Взмахнул мечом и разрубил это дерево. Срубил. That's wow. Very brave man. Будда сказал: "Боже, какой смелый." You cut the branch. Мужчина. Дерево срубил. Very strong man. Очень сильный мужчина. Одним движением руки. Now you can do one thing more. Вот не смог бы ты еще кое-что сделать? You can plug this branch in with the tree again. А ты можешь вот это дерево снова оживить, сделать живым? How is possible this? Он сказал: "Да как это возможно-то?" So Buddha said, "I'm doing these things." И Будда ответил: "А вот я делаю так." I put into pupil in their roots, their consciousness, their nature. Я возвращаю людей к их корням, к их природе, к их осознанности. Cutting is no big thing. Отрубить это не так сложно. Make join again with pupil or anybody to their nature. This is right. А вот вернуть кого-то к радости, к целостности, к своей природе. Вот это правильно. Till now, Angulimal heart is melting. И вот к этому мгновению сердце Ангулимала уже растаяло почти. He is melting, crying, started. Он начал, слезы начали катиться по лицу. He said, "Nobody can make crying." И он сказал: "Ты знаешь, никто не мог расчувствовать меня, тронуть так сильно." Are you are Buddha? А ты Будда? He said, "Yes, I am Buddha." И он ответил: "Да, я Будда." He said, "Last pupil said to me, 'When Buddha coming, he can change.'" И Ангулимал сказал, что однажды он слышал такое, что меня может изменить один человек. Это будет Будда. Till now, Ангулимал finish already. И все, в этот момент Ангулимал исчез. He asked Buddha, "How I can be joining with my nature again?" Растаял и сказал: "Будда, тогда скажи мне, как я могу наслаждаться своей природой снова?" Buddha says, "Simple." Так Будда ответил: "Далеко." As you killed to others, now you kill to yourself. Точно так же, как ты убивал других, убей себя. Just not body, just kill your ego. Но не тело, а просто эго. Kill your mind. Убей свой ум. Mm-hmm. In conscious, you are conscious. Тогда сознание, вот оно здесь. He said, "How I can kill?" Спросила: "Как же я могу убить ум?" He said, "Come with me." Пойдем со мной, ответил Будда. Be my followers. Просто стань моим последователем. Follow me. И иди за мной. Ангулимал bowed down. И тогда Ангулимал склонился к стопам Будды и сказал: "Да." And he came with Buddha down. И тогда он спустился с этой горы вместе с Буддой. Then story not end yet. И история не заканчивается на этом. People listening, Ангулимал coming. И естественно вся деревня узнала, о, Ангулимал идет. Everybody afraid Ангулимал. И все, конечно, испугались. Ангулимал. Вот этот разбойник, и он сейчас придет. He is the killer, more biggest killer. Он же вот этот убийца страшный. Even king came to meet the Buddha. И даже король приехал посетить, увидеться с Буддой. And he said, "Ангулимал, become follower." И когда и услышал, когда что Ангулимал стал последователем Будды, даже переспросил, так ли это. Buddha said, "Yes." И Будда подтвердил: "Да." This is Ангулимал. Это Ангулимал. And king just took his sword. И король сразу вытащил свой меч. Want to kill, want to attack to Ангулимал. Захотел напасть на Ангулимал и убить его. Buddha said, "No, this is not that Ангулимал. Finish." И Будда сказал: "Нет, подожди, это не тот уже Ангулимал." Then Buddha tradition has, after when become followers, after few days, he give bow
and say to followers, disciples, go in village and take the bag. И тогда была традиция для, ну, для саньясинов, для последователей через несколько дней после саньясы взять такую котомку и идти в деревню просить подаяние. Buddha called Abhidhamma and gave one vow, said, today you start and go and get the food from the village. И однажды такой день настал для Абхидхаммы, Будда выдал ему котомку и сказал, иди проси еду в деревню. Abhidhamma going to village. И он пошел. For begging. Чтобы просить. Village listen, Abhidhamma coming. И вся деревня, конечно, слышала, что Абхидхамма близится. Everybody shut their door, shut their window. И все тут же позакрывали окна, двери. Took wood, stones and weapons. Вооружились всем, чем могли, какими-то прутьями, деревяшками, камнями. Like big war we had. Так, словно скоро будет большая война. Ангулималичка. Ангулимал идет. Ангулимал came in village. И когда он пришел, зашел в деревню, Ангулимал. Looked like nobody in village. И выглядело так, что ни одной живой души не осталось. Absolute silent. Полная тишина. Everybody inside in home. Все позакрывались внутри домов. And he is calling, give me food, give me food. И он говорил, подайте, пожалуйста, мне еды, да подайте мне еды. Nobody came out. Но никто не вышел. Everybody afraid. Все боялись просто. And somebody go in roof. А кто-то залез на крышу. And throwing stones on him. И начал кидать в него камни. Slowly, slowly, every house coming people and throwing stones. И вот постепенно вся деревня начала закидывать его камнями. He is standing Angulima middle village. Он стоял посередине деревни. All around stones coming. И со всех сторон летели в него камни. Blood coming start on him. И естественно раны начали появляться и кровить. After a little time he fall down. И через какое-то время он обессиленный упал. Look like dying. И выглядело так, что он близится к смерти. Then somebody said to Buddha, man look like he's dying. И кто-то пришел к Будде и сказал, ты знаешь, по-моему, Ангулима скоро умрет. Buddha just run to him. И Будда побежал к нему. And he was almost last breath. И, в общем-то, это был момент последнего дыхания Ангулима. Buddha took his head in left. И тогда Будда взял его за руки. Say, Ангулима. И сказал. When they making stones on you. Ангулиман, когда они бросают в тебя камни, your blood coming. И ты весь в крови. You look like dying. Ты выглядишь так, словно скоро умрешь. What you have feeling? А что ты чувствуешь? What feeling you have? Чем ты наполнен внутри? Say, what feeling? Он говорит, какие чувства? Every day you say, be witness. Ты каждый день говоришь, будьте осознанны. Be witness. Будьте осознанием. And I'm the witness. И я сознание. They throwing stone, this body get the stone. Да, они бросают камни в это тело, и тело ранено. Nothing else. Ничего больше. I have no any anger, no any negativity. Нет, ни капли злости к ним. And he left. И в этот момент он покинул тело. Then some disciple asked Buddha, what happened to Angulimal? И тогда один из учеников спросил Будду, скажи, что с ним случилось? Buddha said, he become witness. И тогда он ответил, ты знаешь, Ангулимал теперь осознан. He going in meditation forever. Он ушел в медитацию навсегда. Somebody asked, so fast, within 15 days? Кто спросил, и что так быстро, 15 дней и все? Buddha said, yes. Он сказал, да. He has big energy. У него очень большая энергия. When he killing to others, he killing. Когда он убивал всех. And now he kill himself, he killed. И теперь он he killed his ego. Убил себя, свое эго. His ego finished and witness is there. И
с его эго покончено и осталось только сознание чистое. He become very conscious. И он стал сознанием. So can be very fast. Также может случиться очень быстро. Can be just one sitting. Просто может случиться за одно сидение. One sitting is enough. В медитации этого достаточно. Depend how much, how you want. Зависит от вашей жажды. How much you thirsty. Насколько вы хотите этого. How one, but you want to kill your ego. Насколько сильно вы хотите убить собственное эго. Otherwise, enjoy slowly, slowly, enjoy, enjoy, slow, slow, go on. Или просто понаслаждайтесь и потихонечку оно растает. But if you go on slow or fast, no matter, one moment coming when this witness will happen. Но медленно, скоро или быстро ли это мгновение наступит? Then you will be blessed. И тогда вы станете блаженным, в блаженстве. Then your destiny is fulfilled. И тогда ваша цель достигнута. Existence sent you here to be blessed. Существование прислало вас сюда для того, чтобы быть в блаженстве. Enjoy this life and be blessed. Наслаждаться этой жизнью и блаженствовать. Like this. Вот так. So we have left very less time, be fast. Так что у нас не очень много времени, поторопитесь. Who knows when any bomb coming and finish? Кто знает, может быть завтра прозвучит какой-то взрыв и нас никого не будет. Everywhere bomb is happening. Везде это случается, так ведь? Atom bombs. Даже атомные бомбы у нас есть. Missiles. Missiles. One missile come. Finish half of it. Если одна ракета прилетит, пол России разрушится. America say to Korea, I throw missile and you finish. Korea say, I finish you. Пугает Корею, что Корея пугает Америку и так далее. Russia say to Ukraine, Ukraine. Russia say to China. Россия угрожает. India say to Pakistan. Индия, Пакистан, Индия, везде так происходит. Who knows? Кто знает, когда случится? Before? Но перед тем, как this day coming, этот день придет, even no bomb, but one day we have to go. Но даже если нет взрывов нигде, просто в один день вам же нужно умереть. Before go, enjoy the life. Но перед тем, как умереть, наслаждайтесь. And when time coming, ready to go. И тогда, когда ваше время придет, вам легко будет уйти. So, yes, I enjoy everything. Now I'm ready. I know everything. I enjoy everything. Now I'm ready. И вы скажете, да, я всем насладился в этой жизни, все случилось, я готов идти. I'm ready to go back my home. Я готов вернуться в свой дом. Where from I came, I go. Откуда я пришел или пришла, туда я ухожу. The life is beautiful. И тогда жизнь прекрасна и удивительна. So, now we finish satsang. И вот сейчас satsang завершу. Tomorrow we'll be again here. Завтра снова. Anybody who has question, у кого-то. И если появились вопросы, можете спросить завтра. Any type of question. Любые вопросы. And tomorrow we start here 7-day. First step of Samadhi group. И завтра же начинается 7-дневная группа, первая ступень к Самадхи. Some people already done. Кто-то уже сделал эту ступень, прошел. Some people want. Кто-то хочет. So, and who want, thinking, do, not do. For meditation, for love, for prayer, for sharing, just jump. И вот те, кто сейчас в сомнениях, я скажу одно. В любовь, в медитацию, просто прыгайте. Tomorrow never happens. Завтра никогда не случится. Just jump now. Просто сейчас сделайте. Who know tomorrow will happen or not? Кто знает, завтра наступит или нет? Nobody fix it. Ничто не вечно. So who want to do this group, they can join. И те, кто хотел бы пройти такую группу,
записывайтесь. This will be very meditative group. Это очень красивая медитационная группа. In 7 days. И за 7 дней. In this 7 days, maybe 20 techniques about. Где-то порядка 20 техник будет. And then which techniques you like, you do practice in home or in center every day. И ту, которая вам понравится больше всего, вы сможете практиковать в центре или дома, продолжать. Your life, you will be fall in love with meditation. И вы просто влюбитесь в медитацию после этой группы. You will enjoy. Вы будете наслаждаться ей. There are dance type techniques, sitting type techniques, active techniques. Есть и танцевальные практики, и более спокойные, сидячие, разные. Very emotions cleaning technique. Есть практики, которые очень здорово очищают эмоции. And after tomorrow, Saturday, Sunday will be also meditation retreat. И в эту субботу, воскресенье состоится также и медитационный ретрит интенсив. Who not doing group, they can do retreat also. Кто не пойдет на группу, вы можете в ретрите поучаствовать. This retreat will be intensive emotions cleaning. И он называется интенсивное эмоциональное очищение. Your emotion has to clean. А ваши эмоции нуждаются в очищении. Till your emotion not clear, you will be not relaxed. До тех пор, пока ваши эмоции не очищены, вы не сможете быть расслабленными. First, your all negative emotion has to be clean, become positive. Сначала ваши эмоции должны трансформироваться в позитив, очиститься. So this Saturday, Sunday, after tomorrow, we have 2 days meditation retreat, some outside retreat from Moscow, 20 minutes. В эти субботу-воскресенье будет недалеко от Москвы ретрит проходить. And group will be there and retreat. So you can ask to Saraswati. И вы можете меня спросить, где и как. And we will tomorrow have satsang again here. И завтра снова здесь встречаемся в это же время. And Saturday, Sunday will be satsang also, but we'll be there. И также в субботу и воскресенье будут сатсанги, но уже вот в Валуево, в санатории. Group will be there, retreat will be there, and evening satsang. В общем, все там будет. И ретрит, и группа, и сатсанги. Добро пожаловать. Who want to ask, I will talk to, I will give answer, some questions as people, I want to talk, whatever. И вот какие бы вопросы у вас не возникли, вы зададите и получите на них ответ. So, you listen me very silently. Вы очень меня внимательно и в тишине слушали. Very thankful. Очень. Спасибо. Otherwise, if you're listening, then I can talk. Otherwise, I am silent in my own. Потому что когда я с вами, я могу говорить. А если я дома один, то я просто в тишине. No any words coming. Вообще ни одного слова не приходит. Just absolute silent. Просто абсолютная тишина. And anybody asks, then suddenly talking happens. А если кто-то задает вопрос, тогда потихонечку случается диалог, разговор. So I also feel very joy. И вот я тоже наслаждался. And you enjoy, I enjoy. Вы наслаждаетесь, и я наслаждаюсь. So we are sharing. Мы как бы делимся друг с другом. And I want you give me all your problems and stress. И я хочу, чтобы вы отдали мне все ваши проблемы, все ваши печали. Дайте мне все. Are we no matter? Вообще не имеет значения, что, насколько тяжелый. Negativity come and go. Для меня никакой сложности. Негативность приходит и уходит. And negativity finish and you enjoy. А для вас здорово. Негативность закончилась и только радость осталась. So this is my sharing with you. Вот это и есть моя работа с вами. Work with you. Наслаждение. Быть с вами. Вот для чего я здесь. Otherwise, do anything. И иначе ничего не осталось здесь делать. Okay.
So before finish little music. И перед тем как закончить немного музыки. 5 minutes will be mantra, and then dance music. We like to dance also. И 5 минут мантра, а потом будет танцевальная музыка. И кто хочет танцевать, dance inside, or like to dance outside. А кто хочет внутри танцевать, может сидеть. 5 minutes mantra. И 5 минут мантра. Будете? If live is music, very good. Если живая музыка, еще лучше. Live energy. Thank you.
Но там ли мозг? А? You learning here or in India? By myself. No teacher? No, my teacher. Guru? Guru? Not singing, but he has teacher, spiritual teacher. Not in India? No, he's from India, but in Germany. India. Very good. Okay, we put music, we should dance. Thank you.